Автоматическая система контроля давления в шинах Genesee TTY02S определяет давление с точностью до 0,1 бар, позволяя заранее определить утечку воздуха и предотвратить более серьезное повреждение колеса и снизить вероятность аварийной ситуации. Для удобства мониторинга система комплектуется специальным компактным беспроводным ЖК-дисплеем, который в режиме реального времени отображает давление и температуру всех четырех шин автомобиля. Система очень проста в установке, предварительно настроенные датчики автоматически устанавливают соединение с передатчиком. Есть два варианта датчиков, внутренний и наружный. Внутренний более надежен, так как его не украдут, стоит $29, а наружный быстро монтируется, нужно всего 2 минуты и стоит он $24. Преимущество. Мгновенно определяет и предупреждает водителя о потере давления в любой из шин, увеличивая время для реагирования. Информативный беспроводной жидкокристаллический дисплей отображает одновременно температуру и давление во всех четырех шинах. Дисплей обладает солнечной батареей и способен работать 3 недели без подзарядки в режиме ожидания. Также аккумулятор дисплея устойчив к высоким окружающим температурам. Датчики системы оборудованы высококачественными батареями, обеспечивающими срок службы до 5 лет, что существенно превышает срок службы покрышки. Система легко устанавливается и самостоятельно подключается, исключая необходимость в дополнительной настройке. Если образуется утечка воздуха из шины, вы сразу это заметите и получите звуковой сигнал, а также индикатор на ЖК-дисплее системы покажет, какое именно колесо нужно подкачать. Купить систему TMSS Genesee можно по ссылке в описании. И не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом, который возвращает до 30% с каждой покупки в интернете. В сервисе уже более 2300 магазинов. Присоединяйся по ссылке в закрепленном комментарии.